общем, была новость, то, что с января рейтинги обнуляются, и то, что... Так, это было один, да? И то, что минимум в топ-32 легенды нужно попасть, залететь, чтобы уже квалифицироваться. Провольной никакой инфы не было, только про стандарт. Только про стандарт. Баф, что ли? А, нет. И теперь баф. Вот это пипец. Вот это старт. Вот это лютая жесть. Лютая, а продолжения-то нет. Продолжения-то нет. Ага. Сейчас надо куда-нибудь предрешенность закинуть. И потом можно зайца фигачить. Ну, знаешь ли, в 1-1 кидать предрешенность. Давай еще одного билетера. Зайца, по ходу дела, двух этих достанет. Не, вольный народ играет. Примерно 5% игроков это и есть вольный. Это и есть вольный. Дракона у меня нет. Правильно. А, давай заберем. Видишь, есть народ вольным. Даже вот если друзья открыть. Видишь, чувак в леге вольном. Еще одна лега вольном. Две леги вольном. В стандарте лег нет. Прикол. Хотя в прошлый раз были. Как он угадал, а? Как же он угадал? Давай так. Так. Придется удариться. Все, пора зайцев доставать, ибо пипец тут. Что за гонки новолуния? Короче, просочилась инфа. Но не с официального источника. Но, в общем, с одного источника. Вообще, это как бы хороший источник. Но они потом эту инфу быстро удалили. То есть, они опубликовали эту инфу раньше времени, как выяснилось. И, в общем, нас ждет мини-сет 35 новых карт. 35 новых карт, среди которых... Четыре леги. За 2 или 2500 голды можно его будет купить. Либо за деньги. И если вообще не хочешь тратиться на этот мини-сет, то можешь просто его сможешь, ну, в общем, в спаков найти. Как-то так. Ориентировочно на следующей неделе должно выйти такое вот. Насчет приключения не уверен, то, что будет. А вот то, что 35 новых карт будет, это точно. Угу. Я ремувал не хочу тратить, потому что я знаю, что там будет лечение на 8-8, в общем, с баблами. И пока я свои ремувалы не нашел, нужно ремувал в руке держать. Привет, хорошего стрима, скажи, глянул? Да, да, взглянул. Угорнул. Посмотрел вчера.
после стрима. Глянул. Блин, а тут еще один. Фига себе, тут что творит засранец. Ой. Вообще лютую дичь творит. Вы посмотрите-ка. Ну и этого я не заберу, да? Так, 4 звания уже есть. А, через Алексу его убить. Наверное, маловероятно. Но возьмем. Сейчас еще освещение как даст. Мне ремовелы нужны. Блин. Как задолбал хилиться. Вообще в лицо идет. Не дешевые ремовелы нужны. Ауч. Ауч. А их нету, да? Что-то он тут меня передавил, ребят, со всей этой дичью. Взял и передавил. Просто передавил. Если со стенкой справится, то все, он победил. Ну да, все, справился. Сайлос играет, прикинь. Лол, я вот ждал, что он ошибется. Не в ту сторону. Ой, блин. Ой, затупок. Ой, кусок. Поэтому, ребят, не сдавайтесь до последнего. Поэтому не сдавайтесь. Ибо соперник может быть затупком тем еще. Чё, Алексу не рано давать, думаете? Фигово постреляли. Добро пожаловать, Олег. Спасибо за подписку. Можем мы, конечно, тупо Алексу на себя закинуть. Там потом взять и таунт ей дать. Но вэлью мало было бы в прохиле. В скобочках совсем мало вэлью. Я потом Алексу верну в руку, если что, да? Вот он сейчас обосрется. Так победу упустить. Но у него там первых дропов, наверное, уже не осталось. Сейчас Леодрит даст какой-нибудь. Угу. Алекстразы, значит, не будет. Нафига лицом-то, а? Ты лютый поцак. Лютый поцак, лютый. Пес, там единички еще есть. Тело, да? Угу.
Да 6-6 достаточно будет. Пипец, он так катку эту слил, это просто трындец. Нафига ты берешь Сайлоса, если не умеешь его играть? Сейчас бы такой соперник перед легендой попался. Ну, справедливость, говорит, должна быть установлена. Ты сам проиграл эту катку. Он летал, получается, мисанул. Не в ту сторону закрутил Сайлоса, понимаете? Там летал был. Ошибся, да. У него нарушение ориентации просто. Он из уважения тебя в Легу пустил. Так я еще не в Леге. Мне еще одна победка нужна. Из уважения. Это всегда радовали такие отмазки в виде пожалел, проиграл и так далее. Если хотел пожалеть, вот на первом ходу ливай нафиг. Че ты там на 20-м ходу, криво разыграв Сайлоса, ливаешь? Если действительно пожалел. Ну тут Зушка, да? А тут Зушечка. Джанис. Ага. Конрыдат и пошли демоны, да, за ноль. Блин. Ясно. Или тебя забрать. Не то, да? Ну, вроде получается замедлить его. Плюс у нас еще монетка есть. Под Джандис. Вообще, Джандис надо эволюционировать, конечно, в идеале сразу же. Лакрон Ктунрога, да. Она самая. Она самая. О, эту карту... Ну, наверное, когда мало карт будет, может, сыграть можно будет, конечно. Но пока нет. То есть, смотри, с монетки Джандис, потом стенка, да? Вроде что-то есть, какая-то игра. Он все тапается. Темп, значит, сбили. А у Ешек, по-моему, Зушки. Ты и нет. Ага, ну мы эту фигулину убьем. Уничтожение это не то, а уешка в идеале. Ладно, смотрим. Ха-ха-ха-ха-ха. О! Вот это на победку плей сейчас будет. А вот это, когда призывается, Джандис, это все, это автовин. Если нет сайленса, конечно. О, блин, вот это хорошая комба. Комба хорошая. Тут может и не автовин, нифига. Наверное, бомба воином каким-нибудь. Ктун, либо ЕТЦ, либо Сайлос воином. Потом агро ДХ. Потом Зулок, наверное. Билетик услог. И еще, наверное. Это вот фигово, он не умирает, да, быстро. Но мы убьемся в 5-1. Но сейчас надо все трейдить. Очевидно. Очевидно, надо все трейдить. Смысл пока таунт кидать какой? А что еще, да, играть? Если не таунт. В принципе, да. Нечего играть. Хотя будет сложнее, да, убить. Он кару огненный играет, этот лок. Но если он играет кару огненный, он в любом случае уничтожает стол.
Оу. Фигово. Фигово. В любом случае, противостояние тяжелое. Ай, в стил. А, но он его не трогает, видишь? Но 4-6 сейчас не заберет. Да, до великанов надо как-то даже. Ой, до великанов надо уже как-то стол свой приободрить, так скажем. Кстати. Блин, у меня не горит тупдек. Ага, великан уже есть. Два великана, блин! Ну слушай, тут беда. Беда бедой. Уничтожаем. Ну, хоть сюда, может, что-нибудь перелетит. Ну, тут все тоже фигово, все. Все фигово. Нет, тут уже не выстоять. Если вот великаны были бы попозже. Ну ладно, хоть так. Конрадат поэтому плохо играет. Он может руинить. Ну и ожогом убьет. Видишь? На одного великана ответ был. Даже с пеньком этим не справились. Беда. Тем не менее, все равно, видишь, если сейчас победим, все равно в легенду попадаем. Так, опять рога на рогу, да? Рога на рогу. Джанди составим. Ну, ибо она крутая, что могу сказать, с монетки. С монетки Джандис крутая. О, опять супер тяжелая рука. Опять супер тяжелая рука. Так, счет 2-2, да, по-моему. Так, тут серии приемов нет, да, никакой. Просто пушка, это хорошо. Блин. Фигово, чё. Не впопад карты. Кошка нужна хотя бы, там, билетёр, не знаю. Неужели переоденет пушку просто? Хо, блин, везет то, что у него тоже нет плеев. Опять фиговый плей. Ну чё, делать нефиг. Без серии приемов просто. Бэкстеп. А, ну ему типа серия приемов нужна была, что ли? Эволюция. Блин, 3-3. В итоге Джандис легко проверит. Потому что я не могу удариться. Блин, второй партии не попадается Сирокрон. Серьезно? Какова вероятность в двух партиях найти Сирокрона? Какова вероятность в двух партиях подряд с Джанис его сыграть? Но если я два раза проиграю с Сирокроном, ну уж извиняй. Игра прям просит, чтобы ты выиграл. Ну ты не выигрываешь, да? Ну хотя ему убить Джандис, Сирокрона, и все будет хорошо. В принципе, нетрудно. Самое главное сейчас заспамить стол будет. А не просто щит Галакрон доиграть. Ну нет, ну нет, ну нет, ну не может быть. Блин, а он, понимаешь, он с проклятием. То есть ему просто ткнуться надо, и все. Блин, опять справился чувак с Сирокроном. Ай. Ну, ему ткнуться надо было. Зачем ты играешь темный ход свой? Ван Клиффа же не будет. Не ударься лицом, пожалуйста. Ну, ударился, ладно. Было красиво, но не на победку. Битва продолжается. Битва продолжается.
В общем-то, наверное, стенку 4-5 круче поставить. А, и ремувал есть, ремувал есть. Ну, вот ремувал, да, пойдет. Второго авантюриста тоже забираем автоматом. Так. Так. О, вот это очень хорошо, что он ресурсы вливает в... Хотя, что вливает? Он же заклинание взамен получает. Что вливает-то? Второй где в руке? В колоде, да. Окей. Значит, через авантюристов он меня не убьет. Еще может убить через вот эту закрутку. Как обычно они любят делать. Ну вот и закрутка пошла, блин. Ай. Блин. Вот ее нерфить надо. За 3 маны 1-3 вот нормально было бы. Не знаю, спасет, нет. Флип. А это что за секрет? АУЕшка, в принципе, норм. Стоит отдавать сразу двух прихвостней. Давай посмотрим. Давай пока тебя. Заклинаний дешевых толком, хотя есть подготовка, да. Но мне эту руку засорять нафиг не надо. Сумеречного возьмем. Проще всего будет. Блин. АУЕшка, ладно, такая себе, но два таких прихвостня, это не прикольно, конечно. АУЕшить будет, значит. Блин, снова пошла. Грязь. Но сейчас не будет АУЕшить, иначе свою убьет. Фростболт без серии приемов. У него куча карт рандомных в руке, понимаешь? От этого всего очень тяжело отыгрывать. Нашел серию приемов, кажись. Ну да. У него, наверное, даже 10 карт в руке будет. Да, у него там карты сгорят потом. Сейчас вот эти карты в руку. У него там было 7 или 8 карт. Все, 0 маны. Но лицо замороженное, блин. Да, 10 карт об да горит. Прихвостень выжил, да. Но меня могут убить просто. Давай нормальных прихвостней. Так, ну с негодяя зла неплохо. Кинь чрево Ктуна в 1-2, что ли? Гениально. А, ну все, летал. Хотя погодь. Дай еще один фаербол, пожалуйста, в лицо. Почему она за 0? А, шаг сквозь тень. Черепокол. Еще какой-нибудь урон. Ну, потрошение там, не знаю. Что-нибудь еще, пожалуйста. 4 урона желательно. Ай.
Не дал урон. Знаешь, я могу дать вихлепыха, да, сразу волшебную палочку замутить. Но влетало вряд ли будет. А если емолик сразу, то у меня только 7 урона, да. Прихвость не хочу оставить на столе, если что, короля воров и хлепыха, чтобы дать. Может, Галакронт там за ноль будет. 5 брони. Еще неизвестно, каких он драконов раскопал. Там капец, там вот эти все карты. 9 карт. Там закрутки, раскопанные заклинания, раскопанные драконы. Еще одно существо с перерождением. Все абсолютный рандом. 9 рандомных карт и топ-дек. 10-я карта. Вот и фаерболы там могут быть, черепоколы, все что угодно. Не новый аддон скоро, а мини-сет. Скоро новый мини-сет. 35 новых карт. А, всем по 3 там есть, окей. Это минус 5 маны, это хорошо. Но минус все прихвостни, блин. Еще тайный ход. Офига себе, он там карты крутит, вертит. У него вообще карт не останется в деке. Сейчас опять, что ли, 10 карт будет? 9. 9 ровно, да, нам. Ровненько, ровненько, ровненько. Галакронда найти медленно. Галакронда прихвостня получить тоже супер медленно. В принципе, у меня еще ремовал-то есть. На всякий случай убьем. Я же у него этих убил, авантюристов. На Ван Клифф ремовал есть, если что. Вроде как летал с Таплин. Сейчас у него одна карта, у меня 22. Вот и все. У меня все. Что за говнодека? Галакронг, Тунрога, говнодека или что? Как ты посмел такое вообще произнести вслух? Имба дека. Блин, он с антимагией. Слушай. Но он слил второй фаербол. Слушай, тоже, да? Слил второй фаербол. Я там могу по стрелушке найти. Либо еще два билета. Это 6-6-4-4, а это 4-4-3-3-3-3, либо по стрелушке, да? А если по стрелушек не будет, то 4-4 и 2-3-3. И плюс тогда Ван Клифф тоже может быть. Чё лучше? Ну, в ману Кронкс и Эдвин. И на следующий уже реализовывать Галакронда, получать прихвостни, потом уже продолжать через Вихлепыха крутиться. Все-таки заяц, наверное, медленней. Но так, типа, фатик еще начинается. Если он с заклинаний меня не залетает, то я его вообще ушатаю прямо сейчас. Кинь деку, пожалуйста, на билетикусе, который до лиги можно дойти. На канале есть колода, на которой брали легенду. Контроль билетикус лог. Вот. Плюс в группе ВК есть. Можем посмотреть. Он тоже играет за точку. Вот это да. А это как-то может меня обломать? То, что он... Блин, сдался.
Сдался. Но битва эпичная получилась, конечно же. Но тут мы досидели, да. Мы бы и Доктуна досидели, если честно. Если бы он так сильно не дровался. Нормально. 2К залетели даже.